Он вернулся. Шреддер. Друзья, всем привет, с вами Шреддер. Приехал Мусарн побороться, день борьбы, суббота. 10 утра, в это время я обычно сплю. Ребята сумасшедшие, в такую рань зарубаться, у них тут день борьбы. Так что пришлось подниматься, просыпаться. Хочу сегодня побороться нормально. Дружеские спарринги, набираться опыта, но в стиле армфайтов. Чтобы было мне интереснее и вам интереснее, и опыта, чтобы было больше, под команду Go. Так что сейчас разомнемся. Ребят, видите, сколько много, кого Дима Кок даст, того даст, будем зарубаться. Может, не надо, Алешенька? Ну что, мужики, я размялся. Сейчас Дима Кок закончит урок, а я уже готов зарубаться с пацанами. Жалкое зрелище. Первый оппонент назначил Дмитрий Кок. Дима, как зовут? Он сейчас все сам о себе расскажет. Александр, 85 килограмм. Александр, 85 килограмм. 85 килограмм – это фамилия, да? У меня такое ощущение, что он в воздухе перехватил мне за пальцы. Анализация? Да. А Александр выступал сейчас? Значит, да, стал вторым на правую руку, по двойбору третьим. То есть он стал вторым на правую, а Дмитрий мне его на левую дал? На правую? Ну, на левую он четвертым стал. На левую четвертым стал. Так, секунду, надо представиться, чтобы представился. Данил, 85 килограмм. Тоже 85. Тоже выступал на чемпионате? Не выступал. Ну, он эту Москву пропустил там даже. В общем, неделю назад был чемпионат Москвы, и вот Александр, который был первым, он сказал, что рука еще не восстановилась. Поэтому мы поменяли первого оппонента. Также до трех побед. Let's go! Почему сразу не перевести борьбу в связки? То есть именно срыв в связке. То есть, специально срыв? Да, почему тратятся силы, короче, на это? А я пробую. У вас тут все верховики, походу. Вот один крюковик только, вот в прошлый раз я с ним боролся. Я, во-первых, не знаю, кто крюковик, кто верховик, я ничего не знаю. Про многих. Буквально только про пару человек. Я лучше привык, честно. Не хочу. А я и так пробую. Я даже не знаю, как мне лучше действовать против верховика. Let's go! Один ноль. Ну так, я тоже после прошлой зарубы чуть-чуть связки чувствую. Прошла неделя, 8 дней, ну так, чуть-чуть. Хватит искать долбанные отмазы! Нет, крюк вряд ли. Все правильно. Крюк вряд ли. У меня дилемма, как верховика пробовать наверх, не наверх, или под запястье в крюк. И я все-таки сейчас попробую, я тебя заранее даже предупрежу, я попробую тебя сейчас. Я не знаю. Let's go. Если опять
Да, вроде через запястье нормально прошел. 2-0. Шредер Даниил. Я бы просто порвал всех нафиг. Ну, он на 67 весит. Ну, на футболе пока. Ты едешь? Почему на себя не растянуть? К себе. Ну да. Друзья, следующий мой соперник, зовут его Виталий Юрепин, а весовая 90. Есть какие-то звания? Нет? Ну, выступал на Москве, да? Но в этот раз не выиграл. Шестой. А вообще выиграл когда-нибудь в Москве? Нет? А, первый раз. Ну, вообще Виталий год назад, ну не год, 10 месяцев назад меня вообще очень легко ворол. Кто помнит, на Мосарве. Поэтому меня бросили под поезд. Я предлагал. Есть Пол. Есть хорошие. На Москве, ну, скажем, начал мандраж испытывать. Вот, и, к сожалению, то есть поборолся, ну, не так, как мог. В зале борется сейчас гораздо лучше. Да, в зале борется лучше, чем на Москве. Ну, скажем так, из-за отсутствия хорошего соревновательного опыта, то есть вот прям у многих такая проблема. Там, на первых стартах, когда, в общем, забываешь вообще, все из головы вылетает, как бороться. Итак, больше бок продавливаем. Нет, именно здесь. Виталя хорош, да. Да, центр проиграл. Просто. Центр проиграл, а там уже, в принципе, бороться. Виталя хорош, да. Залез заход. Лапа у него крупная. Это если хотим в крюк, то надо вот это расстояние между пальцами сократить. То есть, как бы палец, чтобы был вот как можно дальше. Благодаря этому, то есть, будет возможность закрутить глубже. Может, вот смотри, мне его смотри, крепче было. Чуть-чуть назад пальцы убери. То есть, вот вы выставились так. Да. Стоп, остановись. Вот видишь, где твой палец заканчивается? Да. Теперь наоборот. А теперь вот сюда. Не-не-не, дальше. Отпусти. Вот прям максимально глубоко вот эти пальцы соедини и обхватывай. Вот так. Обхватывай. Вот так, да? Ну, и вот так. Смотри, насколько дальше у тебя пальцы, короче, стали. Вот, вот видишь? Ну, давай попробую тебя подержать. Вот давай сейчас смотри. Ты сейчас просто ровно выставился. Первым номером работаем, вкручиваем. То есть, вот как хотели побороться с ним. Хорошо. На центр чуть-чуть, да? Маленькое испытание. Есть? Ready, go. Не-не, Алексей, начинаем. Еще раз. Да. Вот прям как удобно, так начинаем. И дальше уже принимаем борьбу. Хорошо. Останови. Стоп. Смотри, локоть не сюда, да? Да. Вот вкручиваешь. Да? Да, то есть больше крутится. Ты смотри, вот он растаскивает. Сюда надо? Сюда надо брать поглубже. То есть пока вот передвигаешься сверху. То же самое, только как бы локоть не под себя, а наоборот как бы вперед диагонально. Вперед диагонально. Пробуем. Вот, и вперед диагонально. Вот, заберись поглубже. То есть вот эту часть, вот эту кость прям выше, вот сюда. Контролируй эту кость. Вот.
Ну попробуй отсюда вот так. Давай. Может, не надо, правой устанет. Ну, разочек, да. Прям глубже заберись, еще кисть вот так. Локтем к себе, двигай. Диагональю. Вот. Еще растаскиваю. Ну, я понял, да. Нет. Ну, Виталя красава. Руки у него, конечно, как у машины. На левую пробуем? Ну, можно, да. Можно на левую. Ру! Не-не-не-не-не. Что-то фальстарт был. У меня, да? Ты начал раньше. И кисть выпрями. Виталик, кисть выпрями. А на левую прямо. Видео уже затянул. Это фол уже. Это второй фальстарт, это фол. Да, вот это не получается мне его остановить. Может, верхом попробовать? Я сейчас хотел сюда, но чуть не получилось. Не, сюда держим хорошо. Держим хорошо, да. Попробую сейчас. Ты смотри, что получится. Так, плюс ты глубже берешься, то, чтобы крюк удобнее подкрутиться. А если ты сюда даешь нагрузку, ну, вот так пальцы ставишь, видишь, ты когда закрываешься, то его пальцы вот где. Недалеко меня закрывают. Да, то есть тебе легче крутить. А если же ты возьмешься вот так и будешь бороться вверх, согласись? Поставил вот этот момент. Это для себя. То есть, если, допустим, борешься в круг, то старайся, чтобы вот здесь расстояние вообще не было. Борешься вверх, старайся, чтобы оно было. И как это достичь компромисса? Вот он, допустим, крюковик. И он все время крутит сюда. Я дальше, он сюда. Конечно. И начинаем туда-сюда, да? Да, и вот уже условно говоря, от этих там пару сантиметров, короче, кто как возьмется на захвате, да, то есть и будет тебе удобнее, либо верхом будет с ним выйти, если ты сюда заберешь. То есть твоя тактика сейчас. Хочу побороться с ним верхом. И что ты делаешь? Ты берешь здесь, то есть ты сам себе усложняешь задачу, правильно? То есть ты, соответственно, попробуй взяться вот здесь. А там уже насколько он будет наглеть, робот забирать себе удобное положение. Ну, по крайней мере, это будет уже на стартовой позиции тебе более удобно. Вот. И попробуй отведение сделать. Вот, отведение сделать. Гоу! Слушай, я заметил, если тренировка идет нормально, то работа, что он делает. Все будет подключаться. Завязки как-то мне полегче было. Ну, завязки меньше кисть работают. Да, у него, у Виталика очень сильные пальцы, и он через пальцы. Короче, я понял. Мне лучше чаще выскальзывать. Щелкаешь? Да, да. Завязки. Да. Нет. Вот завязки у Виталика пальцы не получается забрать, и я прям контролирую. Завязки у меня как-то хорошо получилось, без завязки нет. Я сейчас пытаюсь выяснять, может, у меня все-таки на правую, может, получится завязки. Я не знаю, может, я что-то понял, а может, просто Виталика левая не восстановилась. Виталий, если бок продавливает в самом центре, уже изначально бок продавливает. Да. И контролирует пронацию. Го! Золотем следи, золотем следи. Верни еще локоть, верни локоть. Вперед локоть верни. Да, направо не смог все равно. Право. Но связка все равно лучше. Но лучше, да. Связки все равно лучше. Как сорваться? Ну, допустим. Так, вот, бери захват.
То есть, то есть ты вот этот палец зажимаешь, вот так, держи крепко, да. Держи крепко, держи крепко. Вот, допустим, я тебе сейчас срываю, скажу, да. Держи крепко, если что, атакуешь. Да, два палец. Понимаешь? Да. Вот что он сделал. Так. А вот как надо срываться, видишь? Так. Я держу свой палец, своего рода этот замок. Не отдавай прям вообще, я не разорвался. Получается? То есть ты за счет вот этого замка, короче, ты держишь свои пальцы, именно не его палец. Я то держу. Есть, посмотри, не мой палец ты стараешься зажать, да? Потому что если ты мой палец стараешься зажать, то ты не сорвешь, ты просто мне палец будешь отрывать. Я свой зажимаю. Ты свой крепко зажимаешь. И за счет вот этого замка, видишь, ты разрываешься. Угу. То есть вот. Вот сейчас медленно смотрю. Держаться за ты палец, так и разрываться, смотри, да? Вот видишь, вот. За счет этого давай замка, попробуем. Замка, я разрываю. Держа в этом замке, я разрываюсь. Не разрывая замка.